С ноября справку для подтверждения статуса участника СВО можно оформить в МФЦ или на госуслугах. Помимо самого военнослужащего, оформить и получить справку и все полагающиеся меры социальной поддержки смогут и члены его семьи. Также с ноября определен единый образец документа, подтверждающего статус участника спецоперации. Напомним, в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта до 2 миллионов рублей. За год можно заработать 4,5 миллиона. Новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер соцподдержки. Также увеличена до 100 тысяч рублей сумма выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или в районной администрации по месту жительства. Повышена выплата единовременно до 2 миллионов рублей. Появилась такая еще возможность поощрять волонтеров или рекрутов, которые приводят граждан, призывают граждан и оповещают, что возможность есть заключить по контрактам, поясняют все. У нас на каждого гражданина, который заключил контракт, на его семью заводятся социальные паспорта. Мы сопровождаем семью, мы решаем вопросы бытового характера, вопросы образовательного характера, сопровождаем семью. Это чувствуют родные, близкие и наши защитники, которые заключают контракт. Поэтому есть определенный такой спрос, потребность на то, чтобы заключить контракт и быть защитником своего отечества. Мы будем опекать семью, мы на защите семьи, когда наш защитник уходит защищать нашу страну на передовую.